Под горой стоит трактир, но не в этом дело. Дело в том, что как-то встарь соскочил злобный лунарь, чтобы выпить пиво. И пришел лунарь в трактир, но не в этом дело. Там был пес, и этот пес хохотал над ним до слез, видимо, за дело. Пляс. И пристала целый час, но это не важно. И не важно, что ножи, ложки и тарелки стали весело плясать, два коня как мелькать и играть в тарелки.